Вендиго – это дух или демон, который может принимать различные формы. Но обычно он выглядит как высокий и худой человек с длинными когтями на руках и ногах. Он считается злым и опасным существом, которое может нападать на людей и животных, а также вызывать болезни и эпидемии. Согласно алгонкинской мифологии, человек может превратиться в вендиго. При так называемом психозе вендиго возникает страх превращения в монстра-людоеда, обычно на фоне сниженного питания. У пациента фиксируются мысли на совершении убийства и импульсивное желание есть человеческое мясо. Его описывают как нечто, имеющее человеческий силуэт, однако при ближайшем рассмотрении это создание совершенно не похоже на человека. Высокое гуманоидное существо с безгубым ртом, невероятно тощее и костистое, с острыми, как бритва, зубами и когтями, глаза маленькие и черные. Иногда без кончиков ушей, нескольких пальцев, носа, совершенно лысые, либо очень и очень лохматые, в накидке из белой свалявшейся шерсти. Намного больше человека, рост до 4 метров. Суть вендиго больше не испытывает чувства вины или совести. Он просто лишился эмоций. Всех. Остался лишь жуткий голод. Единственной пищей вендиго является человечина. При этом, несмотря на худобу, их голод невозможно удовлетворить. Убив и сожрав одну жертву, вендиго не получает желаемого удовлетворения, а ищет все новых и новых жертв. В рамках подготовки к долгой зиме, когда свежих туристов становится мало, вендиго даже заготавливает запасы в темных местах, таких как пещеры и заброшенные шахты. Среди его предпочтений – сладкий жир детей, мягкая кожа женщин, мясистые части мужчин, хрупкие кости престарелых. Вендиго, как никто другой, способен наслаждаться охотой, получая неимоверное наслаждение от постепенного перехода человека от состояния легкомысленного туриста-охотника к обезумевшему беглецу-жертве. Надо сказать, что эту игру вендиго ведет мастерски, благо ему есть, чем делать свое дело. Он очень быстр и стремителен, бегает со скоростью лошади. Кроме того, монстр в несколько раз сильнее взрослого человека. Быть уверенным в своей безопасности невозможно, вендиго – мастер маскировки и может наблюдать за вами прямо сейчас. Поражающие воображение клыки и когти легко пробивают человеческий череп, рвут и режут все, даже мифрил. Абсолютный слух узнает стук сердца жертвы за много миль. Всепогодное и ночное зрение, вроде как в инфракрасном режиме, потрясающие способности к звукоподражанию, может воспроизводить любые голоса. Его свист имеет гипнотическую силу, приманивает человека к тому месту, где прячется вендиго.